добрались до черного пляжа, черный вулканический песок, океан. Вот он, палец тролля, торчащий из океана. С этим связана интересная исландская легенда. И горы, уходящие прямо в океан. Да, вулканический песок. Интересно. Всего 175 километров от Рейкьявик, и вы попадаете в сказку. 5-километровый пляж Рейнисфьяра раскинулся между двумя мысами. Чистота песка и всего пляжа почти девственна. И все благодаря тому, что человек не может так усердно его засорять. Природа тут не располагает к манерному отдыху в шезлонге. Несмотря на то, что пляж Рейнисфьяра постоянно входит в тройку красивейших черных пляжей мира, но почти 360 дней в году здесь льет дождь и завывает ветер. Но природа показала нам аттракцион невиданной щедрости в виде солнечной и ясной погоды. И мы еще больше поверили в чудеса. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что в Исландии живут тролли. Они живут, конечно, везде, но здесь в них особенно верят. Ну так вот, насчет легенды. Решили как-то тролли затащить корабль с овцами на берег. Но замешкались и поняли, что вот-вот взойдет солнце. И чтобы не превратиться в камни, прыгнули в океан. Но не успели целиком спрятаться. Так и торчат окаменевшие когти из воды. Черный песок раскинулся по всему южному побережью. Мне интересно рассказывать, что это просто разбитая в пыль, застывшая от холодной воды лава, стекающая с вулканов в океан. Попадая в Исландию, хочется верить, что все вокруг соткано из чудесных нитей. Базальтовые колонны смотрятся величественно и сказочно. Не стесняйтесь, потом это будет один из ваших любимейших кадров в фотоальбоме. С другой стороны пляжа находится мыс и скалы Дирхолая с огромными каменными арками и скалами причудливой формы. Мимо этих пейзажей не смогли пройти даже съемочная группа «Игры престолов». И это неудивительно. При своей чарующей красоте это очень опасное место. Не раз огромные волны сбивали слишком любопытных путников и утаскивали с собой. Но не будем о страшном. Прогуляйтесь по пещерам этого местечка, заберитесь на колонну и рассмотрите в бинокль тупиков. Желаю вам окунуться в эти чудеса. Новых путешествий вам в сказку. Встретимся на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь и не пропускайте следующие ролики.